Добрый вечер! Как ваши новогодние праздники? Мои снова доказали мне мою любимую истину с нашим государством, как с моим мужем. Вот только на минуточку отвернулся, вот буквально чуть-чуть отвлекся, раз, бац, и все. Вот уехала я всего-то на 10 денечков в отпуск. Возвращаюсь, а уже одного яйца нет. И весь интернет заполнен шутками, что, дескать, в 10-м яйце была смерть Кощея. Производитель нестандартной упаковки, но это те, что теперь 9 яиц вместо 10 продают, фабрика Вараксина из Удмуртии называет новшество маркетинговым ходом к Новому году. Да, было смешно, что называется, но смеялись не все. Да и вообще фабрика Вараксина со своим маркетинговым ходом что-то подзадержалась немножко, а другие производители уже давным-давно такой ход придумали. И молока уже 920 миллилитров, и сока уже не литр, и растительного масла. А мне тут телезрители в Инстаграм фото скинули. Посмотрите, что у нас, оказывается, со Сникерсом-то творится. И Сникерс стал меньше. А вот это как раз тот случай, когда размер имеет значение. И для всех этих маркетинговых ходов уже давно умные люди придумали умное название от английского глагола shrink, сужаться, shrinkflation. Это когда... Инфляции-то нет, но просто все хорошо, прекрасно даже, но покупаешь ты все равно меньше. Гениально, правда? Вот люблю парней, которые так все придумывают. Мне почему-то кажется, что это парни. Ну ладно, это я отвлеклась. Теперь мне стало наконец понятно, почему ЦБ прогнозировал инфляцию всего-то в 4%, хотя по независимым оценкам одни только яйца за счет девятка подорожали аж на 15,5%. А потому что шринкфляцию за инфляцию-то не посчитаешь. Во как. Наверное, поэтому Минфин и сообщает, что благосостояние населения растет год от года, а Минэкономразвития прогнозирует, что рубль будет укрепляться. А Минэнергетики еще где-то в конце прошлого года заявляла, что цены на бензин не будут расти. Мифологическое мышление. Ну а что, сотрудники министерств, да даже министры, они же тоже люди, тоже, наверное, в детстве сказку любили по щучьему велению, по моему хотению. Придется за место ухи пустых щец похлебать. Эх, Емеля, не в ухе счастье. Вот, а то все набросились на первого зампредседателя ЦБ Сергея Швецова, который всего-то навсего и сказал, что из-за русских сказок русские люди делают неправильные вещи. Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите, старший брат работает, он дурак. Средний брат работает, дурак. Младший сидит на печи, дальше он ловит щуку, у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете? Мы должны отказаться от этого бэкграунда, обучать детей халяве. Это очень важно, сказал Сергей Швецов. А я вот, кстати, согласна с человеком из ЦБ. Мифологическое мышление – это плохо. Лучше ласковой лжи беспощадная правда. Ну и потом это, да, у них там все папа Карло строгает и строгает, строгает и строгает, а у нас Иванушка-дурачок на печи лежит. А потом сам президент думает, как бы нам производительность труда поднять. Сложно. С архетипами бороться все равно, что с ветряными мельницами. Но есть и хорошие новости. У них там в Европах все дорого. Я что на каникулах была в Стокгольме, ненадолго, буквально на 2 дня больше денег не хватило. Так вот, одна поездка в метро Стокгольма стоит почти 800 рублей на наши деньги. Сколько средняя зарплата, говорить не буду, ну зачем нам с вами лишний раз расстраиваться. Сколько яйца стоит, не посмотрела, но продаются вроде по десятку, хотя все продукты очень недешевые. И вообще я волновалась в Стокгольм ехать, если честно, потому что как-то давно в «Комсомольской правде» прочитала статью, что в Стокгольме есть гетто, где всех убивают и насилуют, а гангстеры выходят на охоту за белыми. Это цитата из статьи. Ну что по итогу могу сказать? Лучше, чем мой любимый блогер Варламов, не скажешь, который специально потом в это гетто съездил, я-то не рискнула. Это вот то, собственно, вот то место, где насилуют, убивают. Где насилуют, убивают. Вообще первое, что бросается в глаза, это то, что местное стокгольмское гетто выглядит гораздо лучше, чем выглядят наши не гетто. В самом жутком районе Стокгольма, где насилуют и убивают всех, научились ливневку водить сразу в канализацию. В России такое не умеют делать. Это они ливневку научились сразу в канализацию водить, наверное, потому что у них сказки другие. Папа Карло все строгает и строгает, производительность труда выше. И мышление не мифологическое, а реалистическое. Хотя нам с нашей реальностью, может, и правда лучше девяток яиц и ласковая ложь.
На этом все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи!